Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Сегодня Барселона встречается с Реал Солт Лейк. Как ты думаешь, какие задачи команды решают вот в таком товарищеском матче? Ну, мне кажется, матч, если и не представляет особого интереса для болельщиков, то для нас и для самих игроков он очень интересен, потому что новые тактические схемы, и игроки хотят себя, разумеется, проявить. И посмотреть на все это чрезвычайно любопытно. И смотрим на состав Барселоны. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Нам показывают состав команды гостей. Обе команды намерены играть в прессинг сегодня. Да, и посмотрим, кто в этом преуспеет. Игра должна быть обоюдоострой. Происходящее в современном футболе все больше подвергается критике среди болельщиков и средств массовой информации. Такая тенденция закономерна. Футбол порой превращается в соревнование капиталов, и это, конечно, многих огорчает. Отличная атака, отличный гол. Посмотрите, какой кросс, предельно точный, зрячий, выложил как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи. Весь мир об этом знает. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально. Начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Забиваем. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса в блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. Первый гол придал ему сил, и он забил второй. Так держать, станем ли мы свидетелями хет-трика? Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Коллеги писали, что команда серьезная, и надо отнестись к ней с особым вниманием. Ну, чтобы не было вот такого откровенного разгрома. Да, пусть эта встреча и без галстуков, скажем так, но не дворовый же футбол показывает. Решительно не понимаю, зачем они вообще на поле выходили. Все верно, края надо чаще задействовать. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Гол! Они выходят вперед в этом матче! Да, и после этой встречи точно два новых болельщика. Пас на ход, может быть интересно. Получает он эту передачу, может быть опасно. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Навес в центр штрафной. От головы в ворота. Класс! Есть поддержка здесь. Соперника просто не заметил. Штрафную подачу и есть там кому сыграть.
Он бьет головой и забивает. Удар! И это гол! Филигранный удар в девятку. Прекрасный гол. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Наносит удар игрок. Гол! Мяч в сетке!